какое счастье, какая гордость, что мы все к ней причастны. Это Наташенька Боликова, Люся Чарская. Вы меня удивили там, какой-то совершенно новым настроением, каким-то новым состоянием. На тему Улия знаменитого, откуда появились все великие французские художники, основали-то русские скульптора его. Вот. И вот у нас продолжение. Владимир Петрович Буйначев стоит. Он 40 лет назад основал московский улей. Это наш бабушкинский комбинат, где мы вчера были. Стоят замечательные орлы. Я бы сказал, соколы. Вот идешь по Строгановке даже сейчас, и видишь их замечательные лица. И думаешь, вот не дай бог уйдут они из Строгановки. Кто будет воспитывать молодежь? Кто? Кто будет воспитывать? Никто не будет. Кому это надо? О зарплатах я просто скромно молчу. Просто энтузиазм. Давайте просто еще раз поприветствуем наших замечательных ребят и дам с этой прекрасной выставкой, с этим славным открытием. Дай Бог вам здоровья и дальнейших творческих. Выставка живописи, так очень своеобразная, так тематически такая же практически. Ну, она та была полностью посвящена городу Москве, да, вот, а эта посвящена городской архитектуре в основном, да, организованной непосредственно автором, ну и сейчас, да, вот, которая принимала гостей всю ночь напролет. Вот. Спасибо большое. Я в первую очередь, конечно, хотел бы поблагодарить руководство зала. Вот этот зал, он с историей, и, скорее всего, он характеризуется как зал для профессионального сообщества. То есть здесь не бывает случайных людей. И по этой причине можно большую дань отдать должное именно руководству, которое может этот имидж, эту атмосферу, эту возможность высказаться дает художникам. То есть или художники-профессионалы, или люди, которые глубоко интересуются искусством. Это настолько ценно в наши дни, это вот, ну, просто какое-то, не знаю, волшебство в наши дни на фоне актуальных больших потоков, большого шума информационного и в искусстве. Здесь остаются какие-то и зерна традиции, мастерства и новаторства одновременно. И, простите за пафосность, но это очень счастливо, что мы вообще задумали этот проект и как он элегантно получился. Надеюсь, это будет какой-то очень интересный. Что она делает антураж, это вот эти вот места со всего мира, а я населяю их своими тетками, как я их называю, своими тетками, героями. И вот так получился этот проект. То есть он такой продуманный, его может показаться, что там случайность, я тут очень сильно думаю. А когда я сюда заехала и увидела, что внизу такие крутые профессионалы выставились, скульптора чудесные, замечательные, я тоже Строгановку закончила, правда, немножко попозже, но все равно школа у нас одна, альма-матер. Да, жесткая конструкция вас носила. Поэтому я очень рада, что я здесь сегодня, что я согласилась принять участие, и что вместе с таким чудесным... Думаю, что каждый по-своему будет рассматривать наши работы. А вот о концепции, да, наверное, скажет у вас Тюрёга. Я о концепции говорил. Что будет, вы сделали. Я просто хочу ложе. Ну, я тоже вот хочу еще сказать несколько слов о верхней, вот о керамике. И Наташа, и Алюша очень классные у них работы. Керамисты тоже вот наша школа, именно Строгановская. Важно, что